很高兴我们又见面了。我们请来主持人。每天我们第一件事先练功。Сперва мы будем практиковать, заниматься. 那么今天早晨呢，我们习练三大动功。Сегодня мы будем изучать三大动功。昨天呢是以金塔动开始的，我们今天呢。直到后面这几天，我们每天都练养生健子装。То есть мы и так все время практиковали упражнения руки меч в положении стояния столбом. Вот будем практиковать еще другие упражнения. 习练既是强身健体，同时又是复习。То есть будет как бы обучение и повторение в таком ключе.我不再用中文翻译，我们的翻译可以直接根据音乐来给大家引导，效果比我要讲要好得多。То есть, как бы учитель хотел сказать, что я являюсь, он не может вам напрямую сказать, ну как бы, поэтому я являюсь вашим переводчиком, вот и стараюсь донести до вас полностью информацию. 好。下面我们开始习练。Давайте заниматься. Встаньте, пожалуйста, ноги на ширине плеч. Расслабьте, пожалуйста, все тело. Расслабьте ваши плечи. Направьте, пожалуйста, ваш взгляд спокойно вперед, либо прикройте глаза. А теперь пусть ваш взор и внимание стремится внутрь вас. Вдыхайте через все поры вашего тела энергию. А когда выдыхаете, представляете, как плохая энергия выходит из пальцев в землю. Руки поднимаются вверх, превращаются в руки меч. Итак. Thank you.
Хорошо. Заканчиваем. Опустите ваши руки. Разотрите ладони. Лицо. Теперь расчесываем волосы, голову. Растирайте точку до джой. Thank you.
прохлопываем область живота и крестца. Прохлопываем дальше тело по периферии. Представьте, как ваши почки нагреваются, омываются теплой водой, становятся горячими. А теперь прохлопывайте бедра. Вращайте коленями снаружи внутрь. 9 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в противоположном направлении. Тоже 9 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь поставьте ноги вместе и вращайте коленями по часовой стрелке. Тоже 9 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
противоположную сторону. Тоже 9 раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Хорошо. Теперь расслабьте ваше тело и разомните голеностопы и запястья. А теперь будем делать упражнение, имитирующее движение гусеницы. Поставьте, пожалуйста, ноги на ширине плеч. Расслабьте ваше тело, ваши плечи. Слегка улыбнитесь. Прикройте ваши глаза. Либо смотрите спокойно вперед. Пропускаем и собираем энергию. Расслабьте ваши руки, ваши плечи. Пусть ваши движения будут естественными. Делаем на 6 уровней пропускания энергии. Так, внимание. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо, теперь начинаем собирать энергию. Встаем на носочки, собираем энергию из космоса, чувствуете энергию вашими ладонями, точками во лбу. Заносим руки над головой. Выдох. Складываем руки на джонгдантьян. Опускаем вниз. Складываем на нижний дантянь. Концентрируем энергию. И снова начинаем пропускание энергии. Раз. Два. Три. Четыре.
были. Пять. Шесть. Хорошо, поднимаем руки вверх, собираем энергию. Заносим руки над макушкой, задержка дыхания. Опускаем энергию, выдыхаем. Пропускаем ее сквозь свое тело. Складываем руки на них в среднем дантяне. Потом опускаем руки и складываем их на нижнем дантяне. Концентрируем энергию. И снова раз. Собираем энергию, чувствуйте точки лаогун, заносим руки над головой, задержка дыхания, опускаем энергию, складываем руки на среднем дантяне, опускаем вниз и складываем руки на нижнем дантяне, концентрируем энергию. Собираем энергию. Заносим руки над головой. Пропускаем энергию через себя, опускаем ее вниз. Концентрируем энергию. Опускаем энергию через себя в позвоночник. Два. Три. Четыре. Собираем энергию. Заносим руки над макушкой. Опускаем энергию. Концентрируем энергию в нижнем дантяне. Три.
4. Поднимаем руки вверх, собираем энергию. Встаем на носочки, приподнимаемся. Заносим руки над головой. Задержка дыхания. Опускаем энергию. Смыкаем руки на среднем дантяне. Затем кладем их на нижний дантяне. Концентрируем энергию. Сейчас будем делать шогун. А теперь вдохните, выдохните спокойно и глубоко 3 раза. Раз. Два. Три. Расслабьтесь. А сейчас будет упражнение «Встряска». Руки, ваши руки свободно и легко свисают, естественно. Поставьте ноги, как вам удобно. Расслабьте ваше тело, пусть ваши движения будут естественными. Хорошо, начинаем. Thank you.
А теперь почувствуйте движение энергии в вашем теле. Расслабьтесь. Вся плохая энергия, больная, застойная, уходит в землю.
Хорошо. Сложите руки на нижнем дантяне. Сконцентрируйте энергию. Учитель будет повторять с вами упражнение второй ступени. Я преподавал вам основы второй ступени ранее. 练功前首先要注意 把你的这个腰带放松，这种压迫身体，包括项链、领口这些地方全部放松。 На что нужно обратить внимание, когда вы практикуете упражнение по второй ступени? Нужно расслабить горло, поясницу, живот, а также запястья, голени. 第二，把人体内的垃圾先处理干净。 И как бы таким образом, если вы будете расслабляться, то у вас еще лучше заработает кишечник. 第三要平复情绪，就是要让你的心理平静，不要在大喜大悲之后，或者情绪波动之后，先不要练。 Не нужно заниматься в состоянии, когда у вас вы находитесь в сильных эмоциях, то есть радости, печали, горести, ненависти. 如果遇到情绪波动，可以用体呼吸、深呼吸的方式来调节。 Чтобы выровнять свое эмоциональное состояние, можете заниматься упражнениями, которые идут вместе с дыханием. 所谓体呼吸，即是用全身毛细孔吸气，把宇宙真气吸进来；呼气的时候，把病浊子气、疲劳之气、把不良的信息全部射出去，射出天。То есть каким образом вы это делаете? Вдыхаете через все поры вашего тела энергию космоса, да, здоровую энергию, и затем выводите ее также через тело. Она уходит далеко-далеко, и ваше тело становится здоровым, то есть недомогание уходит. 呼气的时候，你射出去的包括不良的信息和不良的情绪、不良的心态。 То есть, когда вы выдыхаете, это не просто застоявшаяся энергия. Вы выдыхаете весь негатив, ваши эмоции плохие. 第四，要在练功之前把所有的事情放下，手头的工作放下，不要带着工作练功，不要带着任务练功。
То есть не нужно, например, когда у вас очень много работы, и вы ничего не успеваете, то есть в таком состоянии заниматься цигун упражнениями. То есть, а если вы, например, занимаетесь на улице, то обратите внимание, чтобы не было сильной влажности, большого ветра, это все будет вредить вам. 也就是不要在过于潮湿和不要在过于潮湿的地方和风很大尤其是穿堂风的地方练功啊就穿堂什么叫穿堂风呢就是两个门对穿的那种风啊嗯嗯嗯嗯啊то есть не нужно обязательно когда вы занимаетесь в комнате открывать все окна чтобы был сквозняк это будет также вам вредить.那么如果是在室内，是在室内，在房间里面练功。 练静功，首先穿衣服呢要宽松一些。 То есть, а если вы занимаетесь все-таки, да, в прохладной комнате, то нужно соответствующее одеться для того, чтобы вы смогли ваше тело нормально расслабиться. 其次要把房间的空气换一下，对流一下。 И то есть периодически, если вы долго занимаетесь, то, конечно же, нужно проветривать помещение. 第三，不要让窗户的风或者门的风直接对着你吹。 И также не нужно стоять напротив окна, чтобы ветер дул вам в спину, в шею или в лицо. То есть избегайте сквозняков. То есть это все влияет на ваше здоровье. 如果说有多大问题呢，这些问题，我只是告诉大家要注意这些注意事项。 因为这些，你比如说我们在练功的时候，汗毛孔张开了，你皮肤汗毛孔张开了，那么风吹过来以后呢，就容易引起风寒、风湿、风热等等。то есть, например, когда вы занимаетесь, да, каким-то активным упражнением, упражнениями цигун в том числе, то есть вы расслабляетесь, вам становится жарко, поры тоже также открываются, и когда входит ветер, можно заболеть различными простудными заболеваниями, то есть у вас может появиться жар. Это касается не только упражнения цигун, то есть когда вы, например, физическими упражнениями дома занимаетесь или в помещении, это просто меры предосторожности. 因为你搞养生、搞健身，它包括的方面有很多。搞养生、修炼，或者搞健身，想健身，它包括很多个方面。То есть, как бы вы уже продвинутые все студенты, поэтому вы должны понимать как бы много о практике, то есть и такие простые вещи в том числе. 除了咱们的专业的修炼技术和方法之外, кроме упражнений и способов практики, которые я вам дал, 还包括合理的饮食结构, то есть также это включает в себя заботу о своем здоровье, меры предосторожности. 良好的情绪和心态, то есть хорошее как это быть хорошим человеком и следить за своим здоровьем. 房食起居, 房食起居, 就是说生活嘛, 生活方面嘛，然后还有就是起床、睡觉啊等等，整个规生活规律。 То есть соблюдать все как это соблюдать правила и правила для вашего организма и следить за вашими биочасами. 还有呢，与外界大自然的平衡。 А также следить, как внешняя среда влияет на вас. 所以说呢，养生修炼不是一个方面，不是说光在这儿修炼一下就完了。 Так что способы и практика продления жизни это не только занятия цигун. 只有我们的身心贴合自然、贴合规律，我们才能长寿。 Каким образом мы сможем хорошо жить, долго жить? То есть нужно соблюдать все эти техники и правила. 所有的修炼无非是为了
让我们的行为，让我们的生活规律符合大道自然。То есть мы приводим нашу жизнь в соответствии с законами неба. 请讲。У меня вопрос. Mm-hmm. У женщин часто меняется гормональный фон. Mm-hmm. Это месячные, беременность, климакс. Mm-hmm. Должна ли практика отличаться от мужской практики? 男学员和女学员在一般的习练上没有任何差别，从初级修炼到高级修炼都没有差别，只有一个是有差别的。То есть учитель сказал, что нету никаких противопоказаний и различий между практикой мужчин и женщин. Вот, но есть только одна особенность, сейчас он скажет. 就是男学员在任何时候都可以习练下丹田接丹的技术。То есть мужчины, например, они всегда могут заниматься с нижним дантянем. 而女学员在月经期不适合一手下丹田，要把一手的位置提到中丹田。Например, когда у женщин месячные, не нужно концентрировать, заниматься с нижним дантянем, нужно заниматься со средним дантянем. То есть там собирать энергию. 因为你一手下丹田在特殊的日子容易，就是啊，不说了啊，这个不讲了，这个别把别吓了。好的。啊，算了。实际上没什么。啊？как мужчины не всегда могут работать с нижним. Нет, они всегда могут. Я сказала всегда, да, а женщины не всегда. Во время месячных они концентрируются. 一般情况下呢，习练是没有差别的，都是一样的，男学员、女学员都一样。То есть, в принципе, практика одинаковая для мужчины, для женщины. То есть, и учитель сказал, что женщины также достигают большого, высокого уровня в практике. 还有一个就是，还有一个问题，还有一个不一样的地方呢，是，和我们的修炼体系，不矛盾。То есть они в контексте нашей практики никак, то есть не противоречат, ну, вот упражнения, да, друг другу. 这个呢涉及到道家的传统修炼方法。Это все даосские практики. 也就是道家呀，它的第三个步骤里边，就百日之期之后，他要进行下丹田的接丹训练。接丹训练男性和女性有所区别。Ну вот, например. Что касается практики выплавления пилюли в нижнем дантяне, то тут между мужчинами и женщинами есть одна разница. 男性呢可以直接进行接丹训练，而女性呢则要斩赤龙，则要进行斩赤龙的活动，这个技术。斩赤龙。斩赤龙就是断月经。啊。А как бы а у женщин получается, когда они практикуют получается практику нижнего дантяня, у них останавливаются месячные, и это нормально, то есть для того, чтобы энергия пошла дальше, да, переросла в другое качество. 像这个技术呢，我没法，我是个男同志，没法呢，把女丹法、女丹功，向女学员介绍，所以说呢，这里我不做介绍，这是一个道德的问题。То есть, ну, как бы учитель сказал, что он является мужчиной, поэтому он как бы не очень осведомлен, как бы что касается особенной практики женской даосской. 从我们的修炼体系的顺序和它的关键技术来说，实际上没必要按照传统功法的这种修炼专门去修接丹。我曾经跟大家介绍过，一部分就说过，两个小时就能接单，无需走那条老路啊。如果你不是为了断月经，То есть, например, для того, чтобы сделать свою практику успешной, нужно обязательно всем заниматься с нижним дантянем. То есть это один из главных аспектов в практике для того, чтобы она была успешной. То есть два часа нужно заниматься также в начале, ну, с, допустим, два часа с нижним дантянем. 还有一个就是，在怀孕以后啊，不适合练大的动作，
的功放。Например, когда вы забеременели, нельзя заниматься, нельзя делать динамические упражнения. 可以练氧气法，静养功。То есть можно делать упражнения пестования ци, преобразования ци, 静养功夫。静养的功夫，就是静养嘛。И, и статические упражнения, то есть спокойные. 还有呢，就是可以聚聚气，开发一下智慧，这个都可以。То есть можно собирать энергию, то есть можно также заниматься со своим сердцем, развивать внутреннюю мудрость.